Победитель конкурса патриотических сериалов получил государственное финансирование. Новый проект Одесской киностудии «Короли мира» начал съемочный процесс. Сейчас творческая группа завершает подготовку тизера. Сериал посвящен украинскому писателю Юрию Яновскому. Юношу приглашают стать художественным руководителем Одесской кинофабрики, чтобы создавать современное искусство. Действия происходят в 1926 году. Молодой писатель готов взяться за работу, однако он находится под постоянным наблюдением советской власти. Режиссером и автором сценария выступил Константин Коновалов, а главную роль в тизере сыграл Влад Никитюк. Сейчас киностудия готовит сразу несколько творческих продуктов. Помимо «Королей мира», государственную поддержку получил проект «Доктор Филатов», которого воплотит одесский актер Олег Карпенко.